В Беларуси началась выдача сертификатов о прохождении централизованного тестирования. В БГУ забрать их можно еще и завтра с 9 утра до 5 вечера и с понедельника 17 июля до 10 августа до 18:00. Время в каждом пункте тестирования необходимо уточнять. Сертификаты находятся в том же учебном заведении, где писали ЦТ в основные дни. Тем, кто проходил испытания в резервные даты, документ начнут выдавать с 20 июля. Я своим результатом довольна. Я очень долго готовилась к английскому языку и больше всего боялась, потому что самый непредсказуемый предмет, как по мне. Я сдавала уже математику и русский на централизованных экзаменах и собираюсь поступать на экономический факультет в БГУ. Хочу именно выбрать специальность экономической информатики, потому что программирование сейчас востребовано, и БГУ – это очень востребованный университет. Мне бы хотелось здесь учиться. Нравится изучать разные исторические события, помогает узнать то, что может происходить в будущем, потому что история циклична. Планировал в ИСТФАК поступать, потому что, в принципе, я историю знаю, и мне она нравится. Подача документов в вузы стартует по всей стране также с понедельника 17 июля.